Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Уэбб Уильям Джозеф. Английский художник, родился в 1753 году. Жил в Лондоне, но время от времени отправлялся в путешествие за границу. Бывал в Дюссельдорфе, Иерусалиме, странах Среднего Востока. В период с 1853 по 1878 год художник выставлялся в Королевской академии, а также в Британском институте и Королевском обществе английских художников. Писал жанровые, религиозные полотна, но в основном странные картины с изображением животных, порой содержащие аллегорию элементы антропоморфизма. Его работа «Сумерки» полна скрытого напряжения, затаенного ужаса, а картина «Белая сова» 1856 год изображает ночную птицу, как некого древнего таинственного сфинкса. В творчестве художника, в том, как тщательно он прописывает детали, а также в густом и сочном колорите его картин, заметно влияние прерафаэлитов. Частые поездки Уэбба на восток дали повод критикам говорить, что он подражает Холмонту Ханту, влияние которого на стиль художника неоспоримо. Уэбб известен своими книжными иллюстрациями к 6 томам, изданным лондонским издательством «Рафаэль Трак и сыновья». Больше его иллюстраций можно найти в библейских историях для детей и в книгах таких авторов, как Уильям Мейкпис, Текерей, и книги его сына Ульфреда Марка Уэбба. Он рисовал свои книжные иллюстрации, используя псевдоним W. G-Web. Вот так вкратце, пользуясь данными из переводной Википедии и книги «Прерафаэлизм» Ивана Мосина о художнике Уэбб Уильям Джозеф. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.